Привет всем, давайте. Сейчас с вами посмотрим, товарищи. А может ли у нас быть такое, что возродится СССР 2.0? Берем карты. Задаем вопрос. Я не буду обозначать страну, я просто задам вопрос картам. Я думаю, они меня поймут. Карты. Возможно ли такое, что в России и на близлежащих территориях снова будет СССР? Или что-то в этом роде? Вопрос задан. Пока непонятно. Срок я не обозначаю. Как будет, уже так и будет. То есть карты покажут, покажут. Не покажут, ну значит не покажут. Два короля так интересно легли, как двухглавый орел. Так сказать. Интересно. Сейчас посмотрим, в основе что у нас ложится. Здесь ложится человек в форме, благородный мужчина. Это, скорее всего, человек, который будет вскоре. Возможно, он в основе всего ложится. Благородный человек, человек в форме. Да, он будет в государстве, в правительстве будет. Какой-то человек. Я не могу сказать, что он пробудет долго. Там дама пик под всем кроется. То есть что-то он будет кратное, возможно, 6. Полгода, там 18 месяцев, 12 месяцев. Как-то вот так вот. Ну, плюс-минус. Конфликт. Выпадает здесь конфликт. Конфликт внутри пары, так сказать. Конфликт либо противоречие. Отказ от осуществления какой-либо дороги. Ну, от поездки, там, я не знаю. От того, чтобы пускаться в путь. Интимные беседы, то есть беседы о каких-либо тайных вещах, о которых не говорят на людях. Разочарование. Здесь есть еще такой факт, как недоговороспособность. Договоры не будут осуществляться. То есть договоров как таковых не будет. Вот, допустим, хотите объединиться с Казахстаном, договора не будет. В силу ряда причин. Много причин, я так понимаю. Но не будет согласия. Вот так скажу. Отсутствие радости от результата. Не будет. Я, по крайней мере, такого не вижу. СССР 2.0. Завершение какого-то дела удачное. Интересно.
Сейчас посмотрим на ближайшее, что у нас выпадает. Я срок не задал, поэтому... На ближайшее время сейчас посмотрю, что выпадает. СССР 2.0 возможен ли или нет. Так. Так вот. Так вот. Вот так вот. Так. Ближайшее время. Дорога. Денежная дорога выпадает в ближайшее время. Переговоры. Какая-то информация. Что еще выпадает? Если ничего конкретного не выпадает и выпадает недоговороспособность, то я считаю СССР как таковой 2.0. Возврат, откат невозможен. Здесь что-то другое будет. Карты показывают что-то новое. Вот они дальше показывают что-то новое. Завершение дела какое-то, удачное завершение дела. То есть, я так понимаю, что-то будет новое, даже, возможно, не знаю, как это сказать. Новая конституция, новое положение, новый человек в правительстве, новый президент, новое что-то будет. И здесь срок идет, что-то, я еще раз говорю, здесь либо полгода, либо 12 месяцев. Это не такой большой срок, это вот как будто кратное вот чему-то. 6, 6, 12, 18, может быть 8. Так, что еще выпадает? Опять то же самое выпадает, беседа какая-то интимная, и почему-то здесь выпадает удача. Не знаю почему. Интимная беседа, удача. В родном доме какая-то беседа. Интимная беседа кроет за собой удачу в родном доме. Здесь какая-то дорога денежная, разговоры, но за ними кроется дама пик. И опять туз здесь идет почему-то. Под дамой пик опять туз. Здесь первое, будет что-то плохо с финансами. И завершение какого-то большого дела будет. Новый человек будет, новое правительство будет. И это не в ближайшие 2-3 недели. Это вот кратное чему-то идет. Я не знаю, там 6 месяцев, 8 месяцев, 12, там 18. Вот как-то вот так вот. Какие-то изменения будут. Тут как будто одно исчерпывает себя. Тут какая-то, я не знаю, интимная беседа все выпадает. Я не знаю, что это такое. Беседа на какие-то темы. Кто-то будет беседовать. Может, потом что-то будет новое принято. Что здесь вот карты настойчиво показывают. Какая-то беседа. И после этого что-то удачное будет. Удачное завершение чего-то. Либо удача. Но это будет не завтра. Я еще раз говорю. И это, скорее всего, будет через какой-то перелом. Причем не гибкий перелом. Дама пик, она не подразумевает гибкого перелома. Это перелом через колено. Далее. Так. Скандал при встрече. Скандал при встрече в пути выпадает. Спор пары человека считают странным. Либо не в себе. Здесь почему-то интимная беседа идет. Я не знаю почему. Как будто, возможно, что-то захотят, какой-то договор составить. Я не знаю, кто-то, возможно, будет составлять договор. Может, какой-то человек в форме, я не знаю. Король пик. Скорее всего, он вот выпадал в основе. Возможно, он будет вести беседу. Возможно, летом. Седьмой. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Да, возможно, летом, в середине лета захочет какой-то договор составить новый. Но будет недоговороспособность. Вот, не знаю, какой-то человек, возможно, будет завершение одного, переход в другое. Вроде бы удача, а потом завершение идет. Дама пик – это завершение. Что-то кратное 6, 8... 12, и завершение идет вот того, что будет.
Может, что-то составлено будет летом, вот новое что-то летом. Я при сегодняшние дни не говорю. Тут дороги выпадают, кстати, дороги на заработки выпадают. Вот на вот эти вот, там, не знаю, 2-3 месяца. Дороги на заработки. Мужская карта. Среднее 28 лет. Где-то вот в этом роде. Так. Чего еще у карт спросить? Здесь будет переход во что-то новое. И завершение. Изменение невозможно. Изменение, ситуации, которая сейчас складывается. Изменение, продолжение, пролонгация. Есть такое выражение закостенеть. То есть закосни. Вот, как бы это так выразиться-то? Ну, как стать как кость, то есть неподвижным. Это, ну, не будет такого. Там движение показано. Причем движение, перелом через колено. Дама пик, завершение. Это не завтра будет, не послезавтра будет. Это выпадает. Не знаю, откратные 6, 6, 8, 12, 18, вот как-то так выпадает. То есть это не какой-то там, я не знаю, такой извилистый срок, а вот именно какой-то четкий. То есть это как будто оно уже отмерено. Вот как-то так. Как таковой СССР 2.0? Это невозможно. Можно усугубить ситуацию до такого, что, я не знаю, там все постановления, которые будут приняты, следующие, они как будто отменятся, вот как-то вот так вот. Постановления, законы, там не знаю, что-то еще, они все равно так или иначе отменятся. Там дама пик падает. Оно отменится и будет что-то новое. Как-то так. Напоследок, что карты скажут? Мелкие радости. Нас ожидают мелкие радости. В основе всего мелкие радости. Разлука с близкой женщиной. Преодоление трудностей. Ну, извините. На ближайшее время карты практически ничего не показывают. И, возможно, разлука с близкой женщиной. Кто эта близкая женщина, я не знаю. Она, как будто бы у нее дорога, финансы. Финансы, дорога. Какой-то король. Король будет. Дорога короля. Тяжело сказать, что за женщина, но в ближайшие 2-3 месяца, 2-3-4 месяца, тут никаких изменений нет. Тут все трудности, преодоление трудностей идет. Я совет спросил, карты ответили. Что тут у нас? Изменений я не вижу. Как-то так. В лучшую сторону, естественно. В худшую я никогда не спрашиваю. Изменений никаких нет. Трудности будут. Собственно говоря, вот как-то так. Больше мне нечего добавить. Спасибо, что смотрели. Поставьте лайк, дизлайк. Понравилось, не понравилось. Подпишитесь на канал. Если интересно, буду еще снимать. Всем удачи, сил, терпения, здоровья и, конечно же, денег. Пока.